Знойный августовский день с поспевшей рожью, немного опустившими головы подсолнухами и спелыми красными арбузами запал в сердце художницы Ольги Кипушовой. Его она изобразила на холсте. Работа стала жемчужиной персональной выставки «Саровчанки. Грани таланта», которая открылась в молодежном библиотечно-информационном центре на Московской. «Мне нравится природа, мне нравятся солнечные дни, мне нравятся городские пейзажи, мне нравятся сельские пейзажи, мне нравится передавать море, мне нравится рисовать людей. Но в этой выставке я, конечно, не все выставил картины, но все еще впереди». Простая детская тяга запечатлеть мир стала увлечением всей жизни. С кистью и холстом Ольга не расстается с самого детства. Акварель, пастель, масло, простой карандаш. Художница пробует себя в самых разных техниках. Сейчас ей ближе масляная живопись. «В недавнее время я решил вернуться опять к масляной живописи, потому что меня она увлекает. В ней можно передать все, что угодно. Можно перекрывать слой зла со слоем. И получается очень интересная, красивая работа. Поэтому я масляная живопись у меня прям очень увлекла». В молодежном библиотечно-информационном центре «Саровчан» ждет еще одна выставка «Мир прекрасен. Художников объединения истоки». Представлять свои работы на суд горожан в стенах библиотеки стало для объединения доброй традицией. Вернисаж талантливых художников – повод для общения, знакомства с новыми и интересными людьми. «Хочется сердечно поблагодарить этот зал и работников, которые здесь служат, потому что они вложили и время, и душу, и настроение свое, чтобы помочь нам». Часть выставки составляет декоративно-прикладное искусство. Также представлены пейзажи и натюрморты. Многие полотна написаны с натуры. В жанровом калейдоскопе нашли свое место и религиозные мотивы. «Наверняка вы поняли, что это Христос и Богородица. Ну вот, и мне хотелось изобразить, вот как они сейчас, не тогда, когда-то, когда были библейские времена, а вот как они существуют сейчас. Работы такие, в общем-то, может быть, не на всякого зрителя, а на такого, который хочет пофилософствовать, подумать что-то, попредставлять себе». Посетить выставки можно в часы работы МБИЦ. Возрастное ограничение 12+. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».